а мы движемся дальше. Мы находимся во Фряньковской школе, точнее, то, что от нее осталось. Школа располагается на краю села Фряньково. Построена была в 1912 году, а просуществовала до 2002 года. Тогда было принято решение об объединении со школой в деревне Панино и переезде в новое здание. Здесь находился центральный вход в школу. А здесь спортивный зал, который уже наполовину разобрали. Практически вся мебель и учебный инвентарь были перевезены при переезде. В школе учились с 5 по 9 класс дети из ближайших деревень. Посмотрите на эти детские рисунки, и написано «Приятного аппетита!». В кабинете стоят вот такие вот печки, которые топили, чтобы зимой было тепло учащимся. А напротив школы был огород, но сейчас здесь лес. А здесь, в этом подвальном помещении, проходили уроки труда. Раньше рядом со школой был дом-интернат, где дети оставались ночевать. Сегодня школу разбирают ее владельцы, и скоро ее не станет, а значит, еще одно заброшенное здание уйдет в историю. Нужно немного рассказать о селе Фряньково. В царские времена принадлежало помещику Шипову. Здесь есть захоронение его семьи. В Фряньково есть церковь Николы Чудотворца. Долгое время она была разрушена, но сейчас начали ее восстановление. Кстати, празднование деревни, дня деревни, происходит именно в день Николы Чудотворца.
находится родник, сухая вода. Рядом протекает река Змейка, а возле церкви есть липовый сад. Также во Фрянькове сохранился клуб и здание магазина, который уже не работает. Мы немного отъехали от села, чтобы показать вам дорогу. Через село Фрянькова проходил когда-то Екатерининский тракт. Здесь еще остались кусочки каменной дороги. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.